Друзья, привет! Меня зовут Андрей, и вы на канале Postproduction. Вот уже практически месяц прошел с того дня, как я начал пользоваться наручными фитнес-часами от Polar. Каждое утро теперь начинается не с кофе, а с анализа сна и состояния восстановления нервной системы за ночь, что, кстати, очень затягивает, и там есть на что посмотреть. Часы стали для меня обыденным аксессуаром. Это первые наручные часы, которые мне не хочется снимать с руки даже во время сна. К слову, это не первые мои часы подобного плана, но только с ними понимаешь, что есть что-то большее, чем просто пульс 24/7 или пульс во сне. Сегодня мы поговорим о наручных фитнес-часах от Polar, Polar Vantage M. Vantage вышли в двух версиях – Vantage M и Vantage V. Отличие двух девайсов в их способностях. Модель M более упрощенная и не имеет некоторых, для кого-то, возможно, важных функций. Сравнивать эти два девайса сегодня мы не будем. Я просто расскажу о своем опыте использования Vantage M. Часы поставляются в разных ярких и темных цветах. Ремешок выполнен из силикона плюс полиамид. От себя могу сказать, что ремешок очень приятный к телу и не цепляется к одежде. Материал корпуса часов выполнен из АБС-пластика плюс стеклопластик и нержавеющая сталь. Защита от пыли и влаги по стандарту WR30 и оптический датчик Polar Precision Prime. На задней части часов расположен оптический датчик Precision Prime, который способен снимать информацию о текущем пульсе 24/7 прямо с запястья. Датчик представляет собой 9 оптических диодов с использованием световых волн различных цветов и длины, трехмерный акселерометр и электрический датчик, который отслеживает качество контакта сенсора с кожей. Пожалуй, смело могу сказать, что это один из самых точных оптических датчиков на рынке. Я провел с часами Vantage M несколько тренировок с мониторингом пульса прямо с запястья, дублируя тренировку с помощью часов для триатлона Garmin Forerunner 935 с подключенным ремнем от Garmin. Плавательная тренировка в бассейне прошла с небольшим отличием, не в пользу Polar. Часы Polar с оптическим измерением пульса показали 115 ударов средний пульс и 139 ударов максимальный пульс, проплыв дистанцию 1675 метров. Garmin, в свою очередь, одногрудного датчика показал результат 141 удар средний пульс и 155 ударов максимальный пульс, проплыв дистанцию 1625 метров. Разница среднего пульса, как мы видим, составила 26 ударов, что я считаю многовато для равномерной работы. Даже при том, что я придерживался всех требований производителя и затянул ремешок достаточно туго, однако это была всего лишь одна тренировка, и я слышал, что часы ведут себя достаточно неплохо в бассейне. Но есть в этом и свои плюсы. Теперь не нужно использовать нагрудный ремень, это не обязательно делать, а можно использовать оптический датчик прямо в бассейне. Люди, кто пользуется часами Vantage M либо V от оптического датчика в бассейне, пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас часы ведут себя при работе с оптическим датчиком прямо с руки. Здесь отмечается ровная работа и минимальное отличие с нагрудным ремнем от Garmin. За более чем двухчасовую тренировку часы Polar с оптическим измерением пульса показали 137 ударов средний пульс и 168 ударов максимальный пульс, проехав дистанцию 61-66 км. Garmin, в свою очередь, одногрудного датчика показал результат 141 удар средний пульс и 174 ударов максимальный пульс, проехав дистанцию 61-11 км. Как видим, разница в среднем пульсе составила всего 4 удара. Здесь Polar показал себя просто замечательно. Разница в 4 удара, я считаю, несущественная. Конечно же, лучше отслеживать пульс от нагрудного ремня, но если вы забыли его одеть, то в этом случае оптика от Polar Vantage справилась просто замечательно. Для того, чтобы следить за своим организмом во время тренировочного процесса и тренироваться правильно, вам доступна функция Training Load Pro. Она отслеживает влияние нагрузок на сердечно-сосудистую систему, кардионагрузка, принимая во внимание общий уровень напряжения, субъективная нагрузка. Когда вы знаете, какую нагрузку получает каждая система вашего организма,
вы можете оптимизировать свои тренировки, нагружая нужную систему в нужное время. Отдельную главу в моем видео занимает идеальная платформа Polar Flow. Это специальный дневник, который хранит все ваши тренировки и помогает анализировать их. Это самый удобный дневник, которым мне доводилось пользоваться. Подключаются они через кабель со специальным магнитным коннектором, через который часы также получают подзарядку от компьютера. Здесь вы можете настроить свои персональные данные, уровень желаемого объема тренировок, создать свою тренировку, отследить активность, сон и настроить внешний вид экрана под каждый вид спорта. Это быстро и удобно. Часы также автоматически могут синхронизироваться с такими популярными спортивными онлайн-сообществами, как Strava или TrainingPeaks. Несомненным плюсом этих часов является функция Night Recharge, которая показывает вам все данные во время сна. Еще для меня приятным бонусом является интерфейс. Верхняя шкала, отвечающая за зоны ЧСС, окрашена в соответствующий цвет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая зоны. И под ней показывается ваш текущий ЧСС, который также окрашивается в цвет конкретной зоны. Ну, это очень прикольно, мне это понравилось. Иногда этого не хватает в других девайсах. Минусы было очень сложно найти, потому как мне действительно часы очень понравились. Да, в них не хватает некоторых функций. Конкретно это, я считаю, что за такую цену можно было, в принципе, добавить звуковой сигнал, который вам бы показывал о каких-то там, не знаю, выход из зоны или там тренировка, допустим, там у вас состоит из нескольких частей, это там разминка, тренировка, работа и заминка. Это можно все отделять и создавать в Polar Flow дневнике. Тренировку можно грузить в часы, но нет визуального звукового сигнала, который скажет вам о том, что, допустим, ваша разминка закончилась и вы перешли в состояние активной работы. К минусам я также бы отнес выгрузку. То есть в Polar Flow есть возможность выгружать ваши данные в файлы на компьютер, но нет такой функции, как выбрать тренировки за определенный период времени. То есть для того, чтобы выгрузить тренировку, вам нужно зайти конкретно в тренировку и нажать кнопочку «Выгрузку» и поставить файл, в котором вы хотите выгрузить этот, собственно говоря, файл тренировки. К примеру, вы хотите выгрузить данные за неделю, либо за месяц, и можно было поставить там период вот, месячный, который вы хотите выгрузить, и просто нажали одной кнопочкой, и, грубо говоря, там за месяц у вас прошло там, ну, 20-25 тренировок, вы одну кнопку нажали, и это все выгрузилось у вас, там 25 тренировок выгрузились одним махом. А тут, к сожалению, такой функции нет, и вам приходится для выгрузки всего месяца, если такое нужно, клацать каждую тренировку отдельно. Ну, не совсем удобно. Вывод. Мой вывод таков. Эти часы для тех людей, которые устали от дешевых китайских фитнес-браслетов, которые снимают оптический пульс даже с палки колбасы московской. Это часы, которые стоят своих денег, я бы так сказал, и которые, наверное, подойдут большинству людей. То есть даже мне, человеку, который достаточно активно и много тренируется, мне здесь хватает всего. Я потренировался с этими часами чуть-чуть больше, чем 2 недели, и я остался ими доволен. Ну, как бы минусы я свои озвучил, это те минусы, которые на работу их и на приятность пользования этими часами, ну, в принципе, ну, никак не повлияют. Так что, кому часы понравились, можете поставить лайк. И если у вас какие-то вопросы по этим часам, может быть, еще какие-то технические характеристики, можете спросить меня. Так что, всем пока и до новых встреч!